Монстрики, я вас предупреждал. Если вы не уходите, вам сейчас будет крышка. Так, все, ребятки, становимся на эту вот плиту. Наши динамиты зажглись и поджигаем вот этот вот динамит, который сейчас полетит туда вот. Нате, получайте. Бам! Гляньте, вот это был мощный взрыв. Всем привет, друзья. Меня зовут Нубик Алексис и добро пожаловать в Майнкрафт. Сегодня мы с вами продолжаем выживать в нашем самом защищенном домике. Ребята, перед началом этого видео я бы хотел вас попросить, чтобы вы поставили свой крутой лайкусик, потому что мой обжорик уже не любит гнилую плоть, он любит лайкусики, и без лайкусика вообще ничего не хочет делать. Поэтому прямо сейчас, ребятки, не ленитесь, опускайтесь под этот видосик, ставьте лайкусик, а также я буду вам очень сильно благодарен, если вы подпишетесь на мой канал и нажмете на колокольчик, так как ролики по Майнкрафту у меня выходят каждый день. Ребята, я вам хочу показать, какая страшная армия пришла уже к нам в гости, но ничего, мы с ними, в принципе, разберемся. У меня есть очень крутая идея, как мы это сделаем. Да, я уже тут построил вот мостик, и здесь мы сегодня с вами поставим пушку. Гляньте, сколько их, очень много, это SCP-монстры. Кто знает, как они называются, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Ну, их здесь реально целая куча, ну, практически 1000. Ну, конечно, наверное, 1000 нету, но, наверное, где-то 100 точно есть. Поэтому, ребятки, вот прямо вот здесь, вот, мы сегодня с вами построим пушку. И как минимум половина этих монстров, я думаю, что мы с вами уничтожим с помощью той пушки. Ну, остальную половину, я уже думаю, что мы как-то с обжориком разберемся с ними. Главное, чтобы вы, ребятки, поставили свои крутые лайкусики, потому что без лайкусиков он ничего не будет делать. Ну что ж, давайте, в принципе, будем начинать строить нашу пушечку. Кстати, я уже вот это вот снаряжение достроил. Ну, не знаю, может быть, кто-то не смотрел. Если я нажму вот сюда, вот вылетают стрелы. Да, эти монстры, они не хотят близко подходить, потому что они знают, что я их просто возьму и вот так вот расстреляю. Ладненько, спускаемся, берем тогда вот те необходимые вещи, которые нам нужны для постройки ТНТ. Итак, мне нужны блоки. Ну, я могу, в принципе, использовать блоки дерева. Это как бы не принципиально, можно и блоки дерева. Берем лестницу, дальше редстоун, одну нажимную плиту. И можно, в принципе, взять часть ТНТ-шек. Ну и, конечно же, огнево. Все, ребятки, в принципе, погнали. Это, в принципе, будет конец нашей пушки. Вот сюда, значит, ставим блок. Теперь, ребятки, она должна быть у нас в 6 блоков. 2, 3, 4, 5, 6. Вот сюда, вот это конец нашей пушечки. Сюда и сюда. И теперь вот таким вот образом. Все, отлично. В принципе, основание мы с вами построили. Дальше нам нужно поставить вот сюда вот лесенку. Да, обязательно. Вы в скором времени поймете, почему. И теперь, ребятки, ставим ТНТ-шки. А хотя, знаете что, ТНТ-шки я, в принципе, могу поставить. Одна ТНТ-шка будет вот здесь вот. А вот этот вот снаряд будет просто вылетать. Да, и чего-то еще не хватает. Не хватает редстоуна, но я не хочу, в принципе, его сейчас ставить, чтобы вдруг случайно мои ТНТ-шки не взорвались. Единственное, ребята, что у меня здесь не хватает, так это воды. Блин, а воды здесь реально нету. А у меня еще, знаете, чего нет? У меня нет ведра, чтобы набрать эту воду, поэтому мы сейчас с вами быстренько отправимся в шахту. Я уже, кстати, там очень много прокопал. Я думаю, что уже в скором времени я обязательно найду себе железо, потому что без железа я не скрафчу себе ведро, а без ведра я не наберу воду и не принесу ее. Вот, в принципе, я уже здесь, ребята, собирал себе ресурсы. Вот до сюда я докопал. Теперь давайте будем дальше, в принципе, копать. Я думаю, что в скором времени... Ну, не может такого быть, серьезно! Как так? Я вот до сюда докопал. Почему я еще хотя бы разочек не прорубил? Капец, ребята, гляньте, мы с вами железо нашли. Вот это, конечно, везение. Это просто мега крутое везение в Майнкрафте. Это такое очень редко случается. Добываем все железо, которое здесь есть. И гляньте, тут реально целая куча железа. Ну, в принципе, я думаю, что вот этого вот железа мне хватит. В принципе, 9 блоков булыжника мы с вами добыли. Больше нам здесь ничего не нужно, поэтому быстренько вылазим отсюда. И поставим сейчас быстренько переплавлять наше железо, пока вот эта вот армия пока что на меня еще не нападает. Но она уже, ребята, в скором времени начнет. Где моя печь? Печка, вот моя печь. Обжорик, ты будешь вставать или нет? Нет, ребята, он еще не хочет вставать, потому что очень мало лайкусиков на этом видосике. Поэтому давайте, кто еще не поставил, обязательно ставьте свой лайкусик, потому что мой обжорик, он настолько сильно любит лайкусики, что он даже не хочет гнилую плоть есть. Ваши лайкусики кормят его, вы представляете, ребята? Поэтому давайте, не скупитесь, ребятки, ставьте свои крутые лайкусики. Так, ну что ж, ставим железо и пусть оно переплавляется. А тем временем, пока это все у нас происходит, я могу пооткрывать вот такие вот лаки-блоки. SCP-лаки-блоки, а именно SCP лаки-блоки чумного доктора. Вот, ребятки, бежим вот сюда, вот тут мы с вами будем их открывать. Это уже как бы традиция у нас такая. Именно вот здесь мы всегда открывали с вами лаки-блоки. Ну, в принципе, вот эти вот лаки-блоки, как мне кажется, они, наверное, неудачливые. Это же SCP лаки-блоки. Ну, сейчас посмотрим. Ничего себе. Гляньте, какой меч.
Что? У него урон 500? Ну вы гляньте, какая прочность. Я вот разочек, наверное, им ударю, и все, и он сломается. Короче, прибережем, ребята, прибережем этот меч на какого-то большого монстра. Так, этот лаки-блок пустой был. Обратно пустой? Серьезно? А что здесь так много пустых лаки-блоков? Блин, уже три. Ребята, три пустых лаки-блока было. Только один нормальный, в принципе. Так, это что такое? Это изумрудики. Отлично. Мы сейчас с вами, ребятки, даже их добудем. Давай, давай, изумрудики я люблю. Я просто их обожаю. Конечно, больше всего я люблю алмазики. О, есть. Может быть, ребята, в следующей серии мы с вами построим себе портал в Эндермир и справимся с драконом. Так, яблочки, это хорошо, потому что из еды у меня вообще ничего нету. Так, обратно пустой лаки-блок. Предпоследний лаки-блок, ребята, это ловушка. Ну, ничего страшного, у меня есть кирочка, с помощью которой я сейчас думаю, что разобью это все. Это обсидиан, ребята, так, разбиваем быстренько. Ну же, давай еще чуть-чуть и все. Отлично, ребята, мы с вами разбили эту ловушку и сохранили себе жизнь. Гляньте, сколько здесь обсидиана, ничего себе. Я думаю, что мы с вами обязательно когда-то его добудем. И давайте теперь разобьем последний лаки-блок, и он у нас пустой. Ну ладно, в принципе, неплохо, ребята. Возвращаемся обратно к себе домой. Железо уже переплавилось. Давайте мы сбросим ненужные, в принципе, вещи. У нас с вами 9 слитков железа. Теперь нужно вспомнить, как крафтится это ведро. Если я, конечно, не ошибаюсь, оно, по-моему, крафтится вот таким вот образом. Да, отлично, ребятки. У нас уже ведро есть. Ну и можно еще скрафтить себе ножницы. Пусть будут. Из броньки у меня, по-моему, здесь все железное. Да, потому что я уже раньше железо добывал. Так, сбрасываем все эти вот ненужные вещи. И погнали, ребятки, теперь наберем себе водичку. Так, ну чтобы набирать водичку, я думаю, что это мне не нужно. В принципе, воду я когда-то видел, ребята, где-то вот здесь. Вот. И, кстати, гляньте, какой крутой бункер. Ребята, я думаю, что мы обязательно с вами в какой-то серии проверим, что там есть в нем. Гляньте, какой он громадный. Там, наверное, какие-то солдаты обитают. И, кстати, там очень много монстриков вот под этим зданием. Прям громадное количество. Но они нам пока что, ребята, не интересны. Они на нас не нападают. Это, в принципе, хорошо. Сейчас мы наберем водичку, и наша пушка будет практически готова. Все, набираем. И все, можно, ребятки, в принципе, возвращаться обратно. Это мой черный ход. Я сейчас по нему сюда поднимусь и дострою наконец-то свою пушечку. Вот, выливаем, ребятки, сюда водичку. Главное сделать все правильно, потому что если я вдруг что-то сделаю неправильно, ребята, здесь все взорвется. Ну что ж, монстрики, даю вам последний шанс. Я сейчас дострою свою пушку, и если вы отсюда не уберетесь, я вас всех разорву. Ребята, мне кажется, что они мне не верят. Они даже не вздрогнули. Ну ладно, я вас предупреждал, чтобы потом вы на меня не обижались. Хотя вы на меня и обижаться не будете, потому что я вас всех уничтожу. Так, ладно, ребята, теперь главное не оплошать и сделать так, чтобы эта пушка заработала. Нам нужен редстоун. Вот так вот соединяем эти динамитики и выведем себе кнопочку. Кнопочку мы себе выведем, ребятки, знаете где? Вот тут, в принципе, мы ее и поставим. Хотя нет, вот тут мы ее поставим. Вот, 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 чтобы удобно было, в принципе, вот здесь вот. Все, это кнопка активации. Если я нажму на нее, эти динамиты просто зажгутся. Могут взорваться вообще. Берем наше огниво. Вы, кстати, сами можете себе построить вот такую вот крутую пушку. Она строится довольно-таки легко. Я думаю, что вы, в принципе, запомнили, как это все делается. В принципе, блоки вы можете использовать любые. Но я надеюсь, что блоки дерева работают, потому что я раньше никогда их не использовал. Так, ну, хорошо, давайте теперь, в принципе, нашу пушку. Ну все, монстрики, я вас предупреждал. Если вы не уходите, вам сейчас будет крышка. Так, все, ребятки, становимся на эту вот плиту. Наши динамиты зажглись и поджигаем вот этот вот динамит, который сейчас полетит туда вот. Нате, получайте. Бам! Гляньте, вот это был мощный взрыв. Мне кажется, что они очень сильно на меня разозлились из-за этого. Ладно, ладно, сейчас будет, ребята, перезарядка. Ну реально, крутая пушка. Ребятки, с вас лайкусик за такую крутую пушечку. Мне кажется, что мы сейчас половину монстриков просто с легкостью уничтожим. Так, ставим сюда динамитик. Теперь вот сюда вот и вот сюда вот. И поджигаем. Так, огнево у нас наготове. Вот так вот делаем. Так, ждем, 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 ждем. И поджигаем. Все, 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 отходим, отходим. На, смотрите, куда оно полетело. Бам! Ничего себе, какие они сильные, ребята. Нужно, наверное, побыстрее туда выстреливать нашими динамитами, потому что что-то они не хотят погибать. Так, ждем, ждем, ждем. Все, поджигаем, поджигаем и выстрел. На, получайте. Все, сейчас они по-любому должны погибнуть. Да ё-моё, что-то они не погибают. Их вообще эта тема не берет. Ладно, знаете что, тогда, ребята, мы сделаем. Может быть, они вообще добрые и не будут на меня нападать. Сейчас мы это проверим. Эй, монстрики, идите сюда. Вы вообще будете на меня нападать? А, ребята, конечно, они не добрые. Бежим, бежим. И, кстати, мостик нужно заложить. Залаживаем мостик быстрее, все, заходим к себе домой. Блин, они начали меня все резко бить. Капец, гляньте, каких там много. Они попали в мои ловушечки. Так, хорошо, хорошо, ребята, гляньте, они все горят. Вау, тут еще часть монстриков. Так, все, уйдите, уйдите от меня. Не трогайте меня, пожалуйста. Ребятки, нужно нам как-то с вами вот сюда, вот на эту гору залезть. А, кстати, вот железо было, блин. Так, быстренько убегаем, ребятки, по этой горе поднимаемся. Ну, часть монстров бежит за мной. Так, берем наш меч, нате, получайте. Плохие вы такие монстрики, плохие SCP-монстры. Так, бежим, 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 ребятки,
разгоняемся и забегаем к себе домой. Ой-ой-ой, все, я загорелся. Блин, очень плохо, что я загорелся. Ребята, я погиб, капец. Так, дверку нужно с вами резко закрыть. Главное, знаете, что нам взять? Главное, нам огниво взять, ребята. Без огнива я не смогу поджигать. Где же огниво? А, фу, вот огниво, все, хорошо. Ребята, кто не знает, у меня вот такой есть крутой мостик. Так, смотрите, как мы сейчас их обманем. Так, мастерки, давайте, я здесь, заходите. Опачки, а, они успели пробежать. Ничего себе, а ножницами, интересно, можно их бить? А, нет, ребята, ножницами, скорее всего, что бить их нельзя. Но мы можем их вот так вот сбросить. Так, одного мы сбросили в лаву, и второго тоже мы в лаву сбросили. Ну что, получили у меня, да? Больше не хотите сюда нападать? Ребята, мы, наверное, уже больше половины уничтожили тех монстров. О, обжорик! Ты встал, ребята, спасибо вам большое за лайкусики. Лайкусиков хватило, чтобы мой обжорик встал. И, кстати, гляньте, он уже уменьшился. Раньше он был в 3 блока, а сейчас, в принципе, мы там немножко похимичили, и я его уменьшил. Кстати, обжорика можно увеличивать в размерах. Если вы хотите, чтобы я к следующему ролику, либо, может быть, в какой-то другой раз сделал его гигантом, я обязательно это сделаю. Так, ну что ж, обжорик, погнали тогда, доразбираемся со всеми теми монстрами. Мы сейчас с тобой просто пушкой их добьем. Обжорик, давай, ты иди за мной, в принципе, если хочешь. Ну, если не хочешь, то оставайся там. Ставим его сюда, вот динамит наш. Вот сюда вот динамит, берем огниво и поджигаем. Так, все, ждем, ребята, ждем. Поджигаем, все, отличненько. И сейчас глядите, что будет. Сейчас она взорвется прямо вот там вот. Бам! Давайте лучше еще 2 выстрела сделаем и пойдем их так добивать. У меня там просто есть автомат крутой. Я думаю, что с помощью автомата мы с легкостью с ними разберемся. Вот такой вот выстрел. Бам! Да, уже, в принципе, я ничего не делаю, да, никакого вреда им не наношу. Кстати, может быть, мы там, ребята, с вами воду найдем, потому что, гляньте, какая там уже громадная яма образовалась. Ну что, обжорик, я надеюсь, что ты сейчас уже будешь мне помогать, потому что мне твоя помощь вообще необходима. Так, ты где вообще? А, вот и здесь. Ты хотел подняться? А, ребята, он лазить не может, походу. Ну, мне тоже такое кажется. Я возьму свою железную броньку, это мне еще пригодится. ТНТшки тоже сбрасываем, огниво сбрасываем. И можно взять, знаете что, давайте возьмем не вот этот вот меч, потому что он от одного удара сломается. Стоп, а у меня-то другого меча нету. Блин, ребята, что же делать? Тут у нас есть дерево. Давайте, ребятки, быстренько скрафтим себе хоть какой-то деревянный меч, потому что, ну, без меча вообще здесь туговато. Ой, печка, зачем мне печь? Вообще, мне же нужно железо. Так, берем железо. И изумрудный меч, к сожалению, нельзя крафтить. Вот жалко, что у меня нет никаких алмазиков. Вот были бы у меня алмазики, ребята, получился бы у меня реально очень крутой меч. Ну, а так только железный. Ну, ладно, в принципе, пока железным будем лазить. Так, это все сбрасываем. Одеваем наши доспехи. Все. В принципе, я экипирован. И гляньте теперь, какой я крутой. Ну что, обжорик, если ты готов, и, ребята, если вы готовы, тогда будем сейчас нападать на этих монстров. И, кстати, обжорик, сейчас выйдешь, подожди секундочку. У меня здесь автомат еще есть, да, но это уже на крайний случай, если вдруг не получится с ними так вот разобраться. Ну что ж, монстры, сейчас мы, ребята, с вами попытаемся обратно их загнать вот в эту вот нашу ловушечку. Я думаю, что к следующему ролику мы с вами построим себе какую-то ловушечку. Обжорик, иди сюда, давай, иди ко мне, потому что я один не смогу с ними справиться. А, обжорик что-то не хочет выбегать, помогать мне, а мы вот так вот закрываем. А, нет, все-таки, смотрите, обжорик упал. Он упал, ребятки, он упал в эту лаву. Ладно, давай, тогда открываем. Ну-ка, сражайся с ними, обжорик, давай. Сейчас мы с тобой с ними разберемся, иди сюда. Капец, он, наверное, попал в лаву и больше ничего не хочет делать. Ребята, гляньте, как их много. Их нужно поближе к нашему домику подвести. Так, нате, получайте. Ой, они меня загоняют, так, они меня загоняют, обжорик. Ну, ты будешь мне помогать или нет? Ребята, он мне что-то не помогает. О, наконец-то он на них напал. Давайте, но они что-то его не трогают. Они меня трогают, они его. Бежим сюда и закрываем мостик. Так, кто-то успел, кто-то нет, мой обжорик тоже не успел. Очень жалко, конечно же. Бежим, ребята, все, мне хана. Я потерял всю свою броньку, все доспехи. Блин, что же делать? Обжорика моего не уничтожили, он сражается еще с ними. Да, ребята, он там, он еще что-то сражается с ними. Он сам в мои ловушки попал. Капец, ну все, это план Б. Последний план нашего с вами спасения. Уничтожить их с помощью автомата. Обжорик, мы сейчас с ними вот так вот разберемся. Так, все, перезарядочка. Ты хочешь сюда ко мне прийти? Ну давай, ладно, заходи сюда. За нашим домиком никого нету? Да, вроде бы, ребята, больше никого нету. Ну что, монстрики, я давай вам, в принципе, последний шанс. Шанс для спасения, но вы его не выбрали, да? Вы выбрали смерть. Ну, хорошо. Так, отступаем понемножечку. Перезарядка, ребятки, перезарядочка. Дальше вот этой вот полосы мы их пропускать не будем. Все, смотрите, как я разобрался с ними. С легкостью. Там осталось еще вообще очень мало этих монстров. Давайте мы вот этих вот крайних с вами уничтожим. Им нужно в голову стрелять, тогда намного больше урона наносится. Так, на, тебе получайте. О, целая куча бежит. Все-таки, как хорошо, что у меня здесь есть вот такое вот крутое оружие. Еще совсем немножечко. Ну же. Давайте, ребятки, считанные монстры остались. Мой обжорик тоже мне помогает, в принципе. Я даю тебе последний шанс на выживание. Ты точно не хочешь жить? Ты хорошо об этом подумал? Да, ребята, он, походу, не хочет жить. Давай, обжорик, добивай его. Я его сейчас
прикладом вот так вот ударю. Все, молодец, спасибо тебе большое, конечно. Ну, в этой серии, конечно же, я намного больше уничтожил этих монстриков, чем мой обжорик. Но, в принципе, он мне неплохо помогал. Ребята, на этом свой видосик я буду заканчивать. А, нет, еще один есть. Обжорик, разберись пока с ним, пока я тут с ребятами общаюсь. Все, молодец. Ребята, на этом я свой ролик буду заканчивать. Кому он понравился, обязательно подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик. Если вы не нажмете на колокольчик, то вам не будет приходить уведомления о моих новеньких видосиках, которые выходят каждый день. Ну а на этом все. С вами был я, Нубик Алексис в Майнкрафте. Всем пока!